Всем привет, с вами Прия, и мне нужна ваша активность как никогда. Заходите в ВК-группу, делайте различные репосты, изучайте полезную информацию, да и просто участвуйте в розыгрыше жетона, который, по-моему, идет, но просто перманентно там, и шанс выиграть на самом деле весьма высок, так как людей, участвующих, не всегда много. А суть видео заключается в том, что в ВК-группе я сделаю обсуждение для людей, которые жаждут найти себе группу в мифплюсы. Мифплюсы — это специальные мифические подземелья, то есть сложность подземелья, эпохальный. Вы заходите в подземелье, проходите его и получаете первоначальный свой эпохальный ключик. И с этим эпохальным ключиком вы уже летаете, вставляете его в эти чаши и добываете для себя вещички, силу артефакта и вообще просто становитесь самыми крутыми и мощными. Так вот, у многих людей существует проблема в поиске оппонентов для прохождения каких-либо ключей высоких или даже для фарма низких. Очень большая актуальность именно этого вопроса поднялась после видео, в котором я рассказывал об одевании в 960 и выше эквип. Люди хотят попадать в рейды, люди хотят быть классными, сильными, одетыми, как и я, как мой ДК именно. А что получается? А получается так, то, что они не могут найти себе адекватные группы для мифплюс. И поэтому все свое сообщество, которое у меня есть, хоть и весьма небольшое на самом деле, все эти люди, которые смотрят мой YouTube-канал, надеюсь, они примкнут к обсуждению этому ВК-группы и оставят некоторую о себе информацию, с помощью которых другие люди смогут найти вас и походить с вами в мифплюсы, если же у вас есть на то желание. Я удалю старое обсуждение, в котором было все аналогично, и сделаю новое буквально через несколько минут. Надеюсь, тема вас это заинтересовала, и вы активно будете в ней участвовать, потому что это обсуждение создается для вас, мне оно ничего не занимает, а вам, надеюсь, это будет приятно все-таки. Некоторая такая биржа людей, скажем так, как бы это, возможно, пафосно не звучало, но так оно и есть. То есть вы предлагаете себя, другие люди предлагают себя, и вы можете их взять с собой. Так что участвуйте, надеюсь, тема вам понравилась. Ссылочку на обсуждение, куда можно оставлять заявки, и пример заявки уже распишу там и распишу в описании под этим видео, да, то есть откроете там, где ссылочки, всякие там ВК, Ютубы, Твичи, Инстаграмы, мои ссылочки, и там во вкладке описания видео будут все другие ссылочки также приложены с инструкциями. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, ищите себе качественных оппонентов для мифплюсов и выбивайте самые лучшие 985-е эпики с мифических подземелий с эпохальным ключом. До скорого!